Что делаешь? А ну-ка стой, дай сюда, что? Блин. Помада очень вредная. Посмотри, это ерунда. Ты что сделал? Я тебе сейчас новую сделаю, безопасную. Все, мы отсюда выковыриваем. А ничего, что мне нужно было губы накрасить? Сейчас мы тебе так накрасим. Все жирное. И ты станешь жирной. Ты что, обалдел? Только всякой ерунды используются, всякие консерванты. Что нам понадобится, это безвредный вазелин и краситель. Твои губы будут смазаны, ухожены. И вторая. Теперь это ставим в микроволновку и топим. Все. Теперь мы сюда добавляем краситель. Ну, много-то не добавляй, наверное. И перемешиваем до однородной массы. Поехали. Давай. Теперь это мы протерли. Закрываем и ставим в холодильник. Рядом с молочком поставить. Сейчас мы будем участвовать в челлендже «Магнит на лед». Присоединяйтесь, снимайте видео с эффектом, повторите три фигуры и в описании к видео напишите свой город. Потому что в городе победителей появится каток. Магнит вперед, покоряем лед. Кто фигуру повторит, приз получит тот. Магнит, если не спортсмен, не страшно. Попытаться должен каждый. Неуклюжесть тоже ок, нужно залетать в ТикТок. Обязательно участвуйте в челлендже «Магнит на лед». И не забудьте указать в описании видео свой город. Катер мой! Мой катер! Сейчас он развернется. Поворачивайся! Все, финиш, финиш, туда! Так нельзя, так нельзя! Нет, нет, так нельзя! Шел где-то час, достаем из холодильника. По-моему, это уже все застыло. Дырочка какая-то образовалась. Это вентиляционная специально. Вентиляционная? Во, смотри, какая красота. Идеально. Польза. Пахнет вазелином. Ну так он полезный. Во, пошлепала себе хорошенечко. Румяна можешь тоже здесь нашлепать. Во, давай я. Я зашел в комнату и увидел, что Маша читает какую-то книгу. Че читаешь? Ничего. А чё прячешь? Ничего не прячу. Женские секретики. Да? Ну да. Ладно. Если честно, я удивился от того, что она не показала мне, что это за книга. И мне стало интересно, что же она там такое читает. В душ? Да. Давай. Я знаю, что это неправильно, но я решил дождаться, пока она уйдет в душ, и найти эту книгу. Пришлось перерыть всю комнату. На самом деле, это странно, что она ее прячет от меня. Но когда я ее нашел, я был в шоке от увиденного. Тут еще заметки какие-то. 05-07. Что это за фигня? Мы с Машей познакомились где-то за неделю до этой даты. Я просто не могу поверить, что Маша могла пользоваться магией и могла меня приворожить. И я решил погуглить признаки приворота. Ты что там? Ничего. Геликоптер, геликоптер!